Здравствуйте, я снова рад приветствовать вас в уже последнем видео, значит, уроке и видеоподкасте на тему «Как выковать из своих рук оружие». Все предыдущие лекции были посвящены тому, как, вернее, не как, а что нужно делать, на что нужно обратить особое внимание при подготовке собственных рук. Там освещалось то, что за структурные элементы анатомические ответственны за укрепление кулака. Мышцы, связки, суставы, сухожилия. То есть всех разделов, как говорится, руки, начиная от пальцев и заканчивая чуть ли не локтем, ну, предплечьем, да, до локтя. Вот. Какую они роль играют в том, чтобы выковать реально жесткий и крепкий кулак? Как они участвуют в его формировании? Я рассказал о том, что нужно делать. Но не смог рассказать, как этого добиться. То есть не дал конкретных инструкций и методик. Потому что на самом деле их нужно все показывать. Их в достаточной степени много. Требуют они методичности и последовательности в занятиях. И поэтому это не может быть предметом какого-то мини-курса. Но с этим всем совершенно легко можно познакомиться, пройдя по ссылочке, которая будет в самом конце данного видеоподкаста. Там будет ссылка на мультимедийный курс «Как выковать железный кулак». Это курс из серии «Создай из своих рук оружие». Достаточно объемный курс. В этом курсе очень большое количество видео. Видео весьма конкретного, то есть с упражнениями конкретными. Значит, упражнения весьма полезны будут, как и новичку, вообще зеленому, который только-только собрался заниматься восточными единоборствами или другими видами боевых искусств. Не только восточными, это не важно, да, то есть ударными видами единоборств. Вот, так и очень опытному и очень сильно продвинутому, скажем так, адепту боевых искусств. А также тем людям это полезно будет, кто вовсе не собирается заниматься боевыми искусствами, но хочет иметь в своем арсенале оружие для решения локального конфликта, такое как крепкий, хороший и плотный кулак. Чтобы он был, да, вот не все же, кто пистолет покупает, они ходят постоянно в тир, стреляют там, да, но в арсенале хотят иметь, значит, оружие, которое реально является мощным, страшным, надежным, которое можно использовать в экстремальной ситуации. Вот так и кулак. Даже если вы не мастер боевых искусств, но имеете железный кулак, это уже оружие. Не хуже, чем нож или пистолет в определенных случаях даже. Да? Вот. Как я сказал уже, в этом курсе большое количество видео. Видео с упражнениями. Значит, упражнения четко направлены на проработку всех, значит, элементов, о которых я рассказал в мини-курсе, вот всех лекций о том, как выковать из собственных рук оружие. То есть, начиная от пальцев и заканчивая, пальцами, продолжая запястьем, лучезапястный сустав и все предплечье. Вот, значит, упражнения направлены на это. Причем эти упражнения весьма специфичные. Они направлены именно на подготовку жесткого кулака. Направлены на подготовку ударника. То есть
те вот упражнения, которые делаются в фитнес-центрах или с помощью общераспространенных каких-то, тренажеров, таких как эспандер кистевой, там, или там штангу, когда, предплечье поднимают, это все замечательно. Но это не есть упражнения те, которые целенаправленно действуют на развитие тех структур, которые связывают руку в единый монолит в ударе. То есть упражнения эти специальные. На самом деле они чрезвычайно простые, очень легкие для понимания и очень легкие для выполнения. Очень простые. Главное это их выполнять. Они одинаковы, в общем-то, по сути, как для новичка, так и для продвинутого. Различаются они степенью нагрузки. Что, а нагрузка меняется с помощью разных совершенно вещей, но не с помощью, скажем так, отягощений дополнительных каких-то или что-то еще. Отнюдь. Упражнения фактически все делаются без использования каких-то специальных тренажеров. Все банально и очень даже просто. А многие делаются вообще без применения каких-то посторонних вещей. А те вещи, которые и все-таки нужны будут, они есть в каждом абсолютно доме. Их вот сразу, может, оглянувшись, их тут же можно найти и тут же применить. То есть на самом деле я специально записываю вот это видео для вас за компьютером сидя, условно говоря. Почему? Да потому что именно не отходя от него, может любой, даже офисный планктон, я прошу прощения за выражение, спокойно тренировать свои пальцы, кисти, руки. Причем реально добившись за не очень продолжительный срок, там, за несколько месяцев, крепости реального железа, реальной стали. Я обещаю вам, что если вы четко будете следовать тем рекомендациям, которые есть в этом курсе, и будете работать спокойно и размеренно, то вы уже через пару месяцев легко будете ломать доски, через полгода кирпич или стопку досок. Единственное, что важно, это следовать четко этим упражнениям и рекомендациям, которые я буду давать. Вот. В курсе нету четких построенных каких-то таблиц, да, что вот сегодня делаем столько раз, завтра столько. Нет, на самом деле есть только подходы и методология, как делать. А вот степень нагрузки вы определяете фактически уже сами. То есть, чем вы чаще работаете, там, 2-3 раза в день, тем, соответственно, вы во столько раз быстрее и достигнете прогресса. Единственное, о чем хочу предупредить, от излишнего какого-то перестарания, что ли, фанатизма, иначе вы можете просто повредить там кожу на руках или что-то, и вынуждены будете прекратить занятия на время, пока у вас это все дело будет заживать. Вам это тоже не нужно, то есть вы на самом деле только потеряете время. Захотите чересчур быстро получить результат, наоборот, только больше потеряете времени. Вот и все, что я хотел сказать, остальное вы сможете прочитать там в текстовом файле будут даны ссылки по тому, как перейти на страницу с мини-сайтом для заказа курса «Как выковать железный кулак». Курс из цикла «Создай из своих рук оружие». Я был рад общаться с вами на протяжении всех этих видеолекций. И думаю, что мы продолжим наше с вами общение в видеокурсе. До новых встреч!